А пока мы бьем рекорды последних месяцев по заболевшим. По России больше 9 тысяч новых случаев, в Кирове 77. Тревожные новости приходят и из сферы культуры. Сегодня Кировский драмтеатр закрылся на карантин как раз из-за COVID-19. У двоих артистов подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Еще 6 человек ушли на больничный с диагнозом ОРВИ. Информацию подтвердил худрук драмы Евгений Ланцов. Мало того, в федеральных СМИ появилась информация, что, возможно, и российские кинотеатры вновь закроются из-за резкого роста числа заболевших COVID-19. Кировские прокатчики пока эту информацию не подтвердили. Говорят, слухи ходят, они мониторят ситуацию. Мы отменили спектакль, и со сегодняшнего дня у нас карантин включительно по 8. Никто не ожидал, у нас было все замечательно до последней недели. Вот как-то за одну неделю подкосили ряды наши. Это все только слухи и рассуждения. Ну, то есть ориентироваться, безусловно, нужно на нормативный акт. Надеемся, что этого не будет. Мы понимаем, что еще раз закроют, и, скорее всего, множество кинотеатров просто не откроются. Это абсолютно точный факт.